мудак, не забудь поздравить своего друга с днем рождения. Фу. Привет, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе всего наилучшего. Счастья, здоровья и главное, чтобы все твои мечты сбывались. А еще хочу пожелать... Что? Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе всего наилучшего. А главное, счастья, здоровья и чтобы все твои мечты сбывались. А еще хочу тебе пожелать... Да блин... Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе всего наилучшего. И... Да короче, с днем рождения. Короче, с днем рождения. Поздрав, конечно, как мудак. Но ничего, сейчас мы исправим это. Так, я пошел, ты себе хорошо веди, и главное, ничего не сломай. Хорошо, а дверь не забудь закрыть. Блин, кошелек забыл. Слушай, я здесь кошелек забыл. Удали, пожалуйста. Я уже маме скидываю. Нет, не скидывай, я сделаю все, что скажешь. Ну окей. Чуть мягче. Слушай, а ты в жизни лучше выглядишь, чем на фото. Спасибо. Я на минуточку. А кто это был? Да так, мама. А сколько у тебя было парней до меня? Ты у меня первый. Точно? Да. Слушай, а ты кушать не хочешь? Я после 6 не ем. Как тебе, детка? Это было лучшее в моей жизни. Couldn't be getting no money. Stop all the cap and shit. Что если бы парень и девушка поменялись местами во время ПМС? Дорогой, что такое? Что случилось? Я пить хочу. Вина. Желательно розового. Я с горла, я так понял, буду пить, да? Один. Молодец. Я так понял, ты зубами откроешь, да? Сладкого хочу. Нет, я передумал, солененького лучше. Я не буду, у тебя там налёг или что? Да он меня не отпустит. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Детка, я соскучилась. Руки убери быстро. Ну ладно, обними меня. Нет, убери, я передумал. Ты бы не могла дышать потише, я здесь уснуть пытаюсь. Я перепутала, думала, что любовь. Братишка! Что? Подай мне пульт. Братишка, а принеси попить. Братишка, поставь еще телефон на зарядку. Братиш! Братан! Братишка! Бро! Как хорошо, что есть младший брат. Слушай, помоги мне с домашкой, пожалуйста. Свали, ты не заслужил, чтобы я тебе помогал. Постой, постой. Братиш, а сделай-ка мне массаж, а ты что-то у меня спина болит. Спина болит? Да? Ну окей, ложись. Да, вот здесь болит. Ну все, малыш, пока. Нет, ты первая. Нет, ты. Нет, ты, клади. Нет, ты. Нет, ты, клади. Нет, ты. Нет, ты. Нет, ну ты первая. Нет, ты первый. Ну ладно, малыш, люблю тебя. Да, любимая? О, Сика, ты положил трубку. Алло. Я опоздаю на 10 минут. Алло, ну что там? Слушай, я вообще не выйду.
дальше первый и второй, перерывчик небольшой. Ребят, тусим всю ночь! Понимаешь, братан, я ее люблю. Бля, я сейчас ей позвоню. Алло, пожалуйста, вернись. Ну вот, ты меня уважаешь. Вот я тебя уважаю, о да. Ты меня уважаешь. Я не понял, тебе что-то не понравилось сейчас? Братан, я серьезно говорю. Ты самый лучший, серьезно. Блядь, давай выпьем за тебя. Я тебя люблю, серьезно. Я вообще не так пил, я бы еще столько же выпил. Салаги. Пацан, все нормально. Алло. Алло, Марк, ну ты где? Алло. Ты что, сегодня как договаривались? Да, я буду. Давай. Блин, забыл. Слушай, я уже еду, я просто в пробке застрял. В какой пробке? Не веришь? Угу. Сейчас окно открою, сам услышишь. Дебил, вообще-то это домашний. Смотри, Анька замужем ходит. Дура. Да рано еще, для себя поживи. Сергей, мне 22, я хочу замуж. Почему ты не зовешь меня замуж? Ой, Сережка, я так соскучилась. Сергей, я накидал зерно, отнеси мне к кровати и поставь тазик, пожалуйста. Сергей, ты меня любишь? Сергей, я поцарапала нашу машину, так что не злись, держи себе в руках, я больше так не буду. Я толстая. Сергей, все мне про комплиментов. Скажи, что я красивая, но я же красивая. Почему ты молчишь? Блин, новый айфон такой красивый. Блин, купи айфон, пожалуйста. Купи, пожалуйста. Ну, он такой классный, купи. Представьтесь. Меня зовут Тимофей. Я закончил школу с золотой медалью. А еще я участвовал в многих олимпиадах. Аслан Ралиев, следующий. Пропущен. Я ответственный, очень коммуникабельный, и я быстро приспосабливаюсь. У вас в резюме сказано, что вы владеете греческим языком. Продемонстрируйте, пожалуйста. Бонжорно, сеньоры. А печенье бесплатное, да? Круто. А вода у вас в школе тоже бесплатная? И горячая тоже? А кофе? А здесь жить можно? Нет. Да, потребляю, выпиваю. Я и вам взял. За знакомство. Увидел по объявлению, вам нужен был продавец. Маркетолог. Маркетолог, да. Я вот хороший маркетолог. Вот этот тип хорошо выглядит на фото. Вот этот, значит, да? Смотри. Смотри. Сука, такого не бывает. Ну посмотрим, как ты сейчас выйдешь. Кто это такие? Зачем ты их лайкнул? Я серьезно, я случайно, ну, оно само нажалось. Ты видел эту жопу, блядь? Да я бы его так вытулу бы. Слушай, ты не поверишь, зарплату выдали. Пока я себе ипотеку и начну жить как нормальные люди. Слушай, зарплату выдали. Айфон-то новый вышел, 10-й. Сейчас поедем и купим тебе его. Если бы комары высасывали жир, а не кровь, мир был бы идеален. Интересно, о чем он задумался? Наверное, о других бабах. Дорогая, сейчас в бар с друзьями иду, пить не буду, вернусь вечером. Короче, детка, я сейчас в бар с друзьями пойду нахуй в говно, а там виски, шлюхи, блэкджек, так что лучше не жди меня.